Всех приветствую, продолжаем рассматривать фотографии актрис, знакомиться с их автобиографией. Беатрис Глэдис Лили, леди Пил, канадская комедийная актриса. Я пользуюсь Википедией. Беатрис родилась 29 мая 1894 года в Торонто, Канада. Переехала в Лондон, где в 1914 году дебютировала в Уэст-Энде. Ее талант комедийной актрисы вскоре сделал из нее известную остроумную комедиантку на театральной сцене. Беатрис использовала в своих выступлениях песни, пародии, и это помогло ей во время ее нью-йоркского дебюта в 1924 году получить большую похвалу в Нью-Йорк Таймс. В 1926 году Беатрис вновь вернулась на театральные сцены Нью-Йорка, и там же снялась в своем первом фильме, он назывался «Выход улыбки». Позже, вплоть до начала Второй мировой войны, Лили часто пересекала Атлантику, выступая то в Нью-Йорке, то в Лондоне. В кино позже она появилась всего несколько раз в эпизодических ролях, таких как «Проповедница» в «Вокруг света за 80 дней» 1956 года и «Мисс Мирс» в весьма современной «Милли» 1967 года фильм. В 1953 году была удостоена специальной премии «Тонни» за свое выступление в «Вечере с Беатрис Лили», а в 1954 году премии «Сары Сиданс» за свою работу в театрах Чикаго. Последний раз на сцене она появилась в 1964 году в роли «Мадам Аркатти» в мюзикле «Высшие духи». В 1920-м вышла замуж за сэра Роберта Пила V. Со временем она очень отдалилась от мужа, и они жили врозь, но по-прежнему считались мужем и женой, вплоть до смерти сэра Роберта в 1934 году. Их единственный сын, сэр Роберт Пил VI, был убит в 1942 году во время Второй мировой войны на Шри-Ланке. Даже несмотря на гибель сына, Беатрис продолжала выступление, заявив, что «будет плакать завтра». В 1948-м познакомилась с певцом и актером Джоном Филиппом Хаком, который был младше ее почти на 30 лет. Вскоре он стал ее близким другом и компаньоном. Друзья Лили утверждали, что Джон был негодяем, который использовал ее на пути к славе. Это также очевидно из того, что Хак почти полностью изолировал Беатрис от друзей и семьи и в большей степени управлял ее жизнью и финансовыми делами. По слухам, Беатрис имела романтическую связь с актрисами Талулой Бенхетт, Эвелли Галлиен и Гертрудой Лоуренс. Покинула сцену из-за болезни Альцгеймера и вскоре умерла 20 января 1989 году в возрасте 94 лет. Джон Филипп Хак умер от инфаркта спустя всего лишь 31 час после ее смерти. За свой вклад в кинематограф Беатрис Лили удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Ну вот так вкратце из Википедии о канадской комедийной актрисе Беатрис Глэдис Лили, леди Пил. Пока-пока, до свидания. Смотрим фотографии.